подавился. Бля, может быть, меня все-таки отравили? О, как хорошо. А вот вы знаете что-то о сверхлюдях? Я знаю, он перед вами. Ха-ха, блядь, сверхчеловек. Вот так вот. Так вот. Сверхлюдь на стриме. Он сейчас охуеет. Он просто охуеет сейчас. Вот так вот. Вот так вот. Вот так работаем. Мы заработаем. Блять, ну слушай, неприятно, неприятно. Отсюда вы делали какую-нибудь новую найти хотя бы. Бля, фаерболы давать, конечно, это круто, да, но... Окей. Фаербол я не могу не отдавать здесь, потому что я просто не вытерплю. Он до сих пор думает, что играет против какого-то обычного мага, а я вот необычный. Я жесткий. Что, блядь? Что? Блядь! Что? Не бывай, 2-3. Ой, бля, ой, бля, ой, бля, ой, бля. Бля. Ну ты, дядя, блядь, не заслуживаешь. Легенде сей. 2 патчеса! Что? Ты человек, конечно, сверхчеловек, да. Сначала надо книжку. Может, отсюда армор покнет, это будет еще лучше. Найс армор, ебать. Гигалум. Эй, я первая нашла. Ну, что не комбишь вообще. Вот как бы кто ни спорил, Реально, единственный плей, который мне нужно здесь сделать, это мислы в лицо, без шуток. Мислы в лицо гарантируют мне, ну точнее не гарантируют, дают шанс на вин. Любые другие варианты меня не устраивают. Если он меня убивает, он меня убивает. Все. Мислы в ебало, это как бы шанс. Потом Мурлок айсблок, и потом уже работаем. Окей, если он меня убьет, это типа, ну, я ничего не могу с этим сделать. Не убивай, не убивай, не убивай, не убивай. Ну, мы с тобой хорошо общались. Вау. Я думал, ты сверхчеловек, а ты все-таки, блядь, рост. Понял тебя. Я-то думал, что ты нормальный, а ты, блядь, оказался ростом. Понял. Антонидас. Ти. Та-та-та-ти. Ну, по-моему, что рука... Даже второго Molten Reflection нету, скорее всего, проиграл. Скилл-команда, им-то скилл-команда. Насколько это вообще было... Насколько было нормально менять обилку, блядь, хорошую на говно? Объясните. Отдаю последнее со школьных завтраков. Дядя, ну... А, все, конечно, понимаю. Все, конечно, понимаю, но можно, пожалуйста? Айсблок. Мне нужно новую отдать просто для того, чтобы ее отдать. Вот и все. Новая здесь отдается просто для того, чтобы фолиант сделать. Чарш, бист, окей, very good. Окей. Еще выиграем. Просто работаем, просто заработай. Капу чат, если так считаешь. Что ты делаешь, блядь? У меня до сих пор айсблока нету, как бы это должно меня настораживать, по идее. Но с другой стороны, нет. Нет. Почему бы уявление без коста? А-та-та-та-та, блядь. Адаптируешься. Ну адаптируйся, да-да, адаптируйся. Угу. Блядь, давай еще Винфьюри зароляй, слышь? На! Это больно, я скажу. Вам скажу, это больно. На! Это сирот, это просто динозаврик. Да, блядь. На. Победа за тобой. Вообще я выиграл, похоже. Похоже все на то, что могу выиграть эту игру. Я только не посчитал, мне тут маны хватит или нет. Вообще, по-моему, 6. Да, мне ровно хватает маны, ровно прям вообще. Инспектор Солярис не поможет ему. Да, бананчики засунь. Блять. Бля, мне уже один раз чувак засунул бананы, когда я на топ-2 играл. Но как бы это не топ-2, поэтому иди нахуй. А ты, кстати... Блять, ты, что ты делаешь? Ты мне квест реализовал, лол.
На уж. Доска. Да, 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 да. Подумайте, что я проиграл, но нет. Не будет такого. Я всегда выигрываю. Надо было сначала сделать бананы, а потом уже, типа, копировать. Но никто этой ошибки не заметил. Будем считать, что никто не заметил. Если вы не заметили, ну, не замечайте. Красиво, чтобы было. Как будто на одном хп выжил. Он реально на одном хп мог выжить, если я не спеймал. Ревидорщик. Дядя, ты проиграл, потому что ты, не знаю, вообще не понимаешь, как в эту игру играть. Вот чему. Вот о чем эта история. Шкамбу, блядь. Ну что ты, блядь, шкамба на 102 ранге забыл вообще здесь. Дядя, лез бы ты, сидел бы за помойки, не мешал бы брать топ-1, ну. На самом деле, если это агро-друид, то надо нового оставлять, если это джей-друид, то надо флиант оставлять. Тут вопрос в том, что оставлять. Шишел-мышел, пернул-вышел. По идее, надо нового оставлять, это агро-друид. Но я все-таки хитрый, я оставлю флиант, потому что я знаю, что это джей. Я вас наебав. Два флианта, теперь пиздец. Там. Шкамба, ты неплох, ты жесткий. Где тебя учили такому? 8 бит, большой спасибо, Саб. Только на скилле можно выигрывать в этой игре, держу курсы. Если вы думали, что эта игра не зависит от скилла, очень вас жалко. Очень жалко. Только хладнокровие и скилл. Блэс РНЖ, иди нахуй. Если у нас очков десятка полетит. Ну это ж не серьезно будет. Долбоёб, блин. Не, ну я все понимаю, конечно, что Карстон, как бы рандомчик, там тролливали, но... Это не серьезно. Двойка это лучший топ-дек был сейчас. Окей, хайронил. Небольшой хорольчик. Попасть нужно в 3-2. Нормально. Пойдет. Я жесткий, я жесткий. 2 Петрович глифа. Это на самом деле очень даже полезная карта в плане. Ну, с Петрович можно еще найти еще одну новую либо близко, причем шанс очень большой на этот кал. И типа выжить на один больше в игре за счет этого раунда. По идее, вообще надо. Самый правильный плей сейчас Мурлок, но окей, на следующий ход я сделаю. На следующий ход сделаю армор, Мурлок айсблок и увеличу вероятность. Ну он вообще сейчас может пожирать и секретов поставить, разъебать, но это схема же, да? Как мне твоя любовь нужна. Как по мне, проблема Хэйса в том, что карты очень дорогие, новичкам трудно играть, твое мнение. Новичкам арена сделана для новичков. Арена учит самым базовым, ну, самому базовому скиллу Харстона, пониманию вообще игры и пониманию победы. На арене вы фармите пыль, наиграв на арене там пару тысяч винов, это не так много, как кажется, пару тысяч винов, вы собираете фулл коррекцию, блять, ну, условно, и идете ебашить ладдер. Очевидно, что вы не будете за 2 месяца в топ-1. Альвидорч. Ну, как же я работаю, ну. Тупо за работой. На. Ну так вот. Мне ради интереса флиант на самом деле использовать. Вот представляете, мне нужно было бы 2 спала найти. Мне нужно было бы 2 спала под секрет. Рохнули бы. Понял, блядь, подкрутка ебаная. Понятно все с вами, подкрутки. Ну, то есть, короче, не похоже. Вот что я хотел сказать, просто не похоже. Надо не спешить. Ревидорч. 3 туза. Dark Strike, на самом деле, знакомый ник очень, ну, встречал очень часто в ладере. По-моему, это хороший игрок. А может, снайпер? Не все классно, на шамана, на хантишку. Надо поискать, правда, будет, но это не проблема. А-та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 -
ДК. Блять, кто кал сжег, блядь. Два Думсэйр, окей. Два Думсэйр ты точно не убьешь. Инфа с ПД. Инфа с ПД, два Думсэйра не убиваются. Привет. Если помнишь, я тот обрыган, очередной долбоёб на пират Ворисником Евгений, который разъебал тебя. Что я могу сказать? Ну, что я могу сказать? С Элизой играет. Он в Мироре, по идее, должен иметь value. Что там за трек? Jungle Pump Noom. Только оригинальная версия. А что это за два слова ужаса?
Ну. Окей, пойдет. Так. Нормально. По идее, it's good. По идее, нужно найти просто... По идее, просто нужно не попасть в волчью ловушку, блять, и не рольнуть отсюда три колокарты. Кстати, забил 30 места в твоей дике возле моря. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой, опасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ответа нету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бля, пацаны, мы не должны попасть в волчью ловушку, вот что я хочу вам сказать. Если мы попадаем в волчью ловушку... Если мы попадаем в волчью ловушку, Евгений пидор. Да-да! Ничего личного, ничего личного. Только не волчья трапа, плиз. Да, блядь! Хай-ролл! Это жестко. А, блядь, почти попал, кстати говоря. Я вроде бы споткнулся, но не упал. Не упал, не пролез. Волчья трапа не работает. Я даже не удивлюсь, если чувак играет с пожирателем, это важно. А-та-та-та-та-та-та-та-та. Не шалди. Я? Я. Волчья трапа не работает на меня. 20-й.